Це ще середина мая, от, 12 число. На Кіпрі вже достатньо тепло, хоча вода ще до сих пор все одно не прогрілась сильно. От. Вона така прохладна, свіжа. Но минут 10, мабуть, можна так покупати, якщо стояти в воді. Якщо плавати, я думаю, десь полчаса. От. Рішив сьогодні пойти именно поплавать, потому что спина болит последние три дня. В зал не хожу. Вот. А хочется что-то сделать. А это куда я еду плавать? Вот. Такое море с утра. Красивое. Штиль. В Масоле есть дорога, которая идет на протяжении всего города вдоль всего моря. Получается, сам город, он вытянутый вдоль моря. Я вот сейчас как раз еду по этой дороге, которая идет как раз вдоль моря. Вот, с правой стороны можно видеть, как люди купаются, само море. Вот, и впереди пальмы. Это Наутика клуб в Лимассоле. Конечно, я если плаваю, получается, вот к этим камням приплываю. К волнорезам. Вот. И вдоль них. Вдоль них сегодня где-то около километра получается в ту сторону проплыл. Вот, минут 20.